Отдаленные северные регионы первыми получат вакцину против гриппа. Вакцинацию здесь планируется начать уже в первых числах сентября. Об этом заявил министр здравоохранения России. В прошлом наш министр Михаил Мурашко. В этом году по плану привить предстоит 60% населения. До 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска. Это медики прежде всего, а из населения пожилые, дети, беременные, хроники. В Коми в этом году первые вспышки заболеваемости, острые респираторные инфекции – ожидаются во второй половине осени. Нас ждут сразу два штамма – группа А и группы Б. Большую часть вакцинации будет проводиться в рамках национального календаря прививок. Эта вакцинация будет проводиться бесплатно, конечно, для населения. И будет подлежать вакцинации в рамках национального календаря определенный контингент риска. Специалисты отмечают, в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции вакцинация против гриппа особенно важна. Иммунитет человека в таких условиях еще более уязвим. Риск подхватить грипп увеличивается. Возбудители ОРВИ ведь тоже никуда не делись, и они будут. Как они будут себя вести, к сожалению, никто в мире пока не знает. Будет ли это микс инфекции, или как это творится обычно с подъемом заболеваемости гриппом, когда один штамм гриппа у нас превалирует во всех материалах. К сожалению, пока не знаем. Мы ожидаем, что это все-таки сентябрь у нас будет очень напряженный.